восстанавливаемых или ремонтируемых РЭС вводятся, ну, похожие, но все-таки другие параметры. Вероятность безотказной работы на промежутке Т1, Т2 или функции готовности, К готовности от Т, или дальше параметр потока отказов омега от Т, и третье Т0, среднее время наработки ремонтируемые изделия называемый параметр потока отказов. Параметр потока отказов. Ну, дальше посмотрите. Параметр вероятности понятно, да? Только почему здесь? Потому что Т1, Т2. Потому что вероятность безотказной работы определяется для произвольного промежутка времени, исключая времени профилактических работ или, допустим, ремонта. И вот это свойство функции готовности, это очень важное, особенно, допустим, или функция отказа, противоположное событие здесь. Функция отказа, когда изделие находится в состоянии отказа, подлежит восстановлению. Вот особенно для различных систем, которые характеризуются, у них это показатель, допустим, коэффициент готовности. Абсолютно готовым изделием с абсолютной готовностью это изделие или абсолютной надежности обладающее, или у которого восстановление происходит практически мгновенно. Вот. Но поскольку этого нет, то вот, значит, соответственно, функции готовности, а дальше мы рассмотрим и укажем, что предельные значения функции готовности при Т стремящейся бесконечности, это будет коэффициенты готовности, поскольку существует предел.